Всем писькам кис, всем кисткам пись. В общем, сидела я такая крутая в Тиктанике и увидела вот это видео. И я поняла, что мне надо туда поехать, вот прям надо и никак по-другому, и конечно же я не оставила вас без влога, пхах, вначале я буду прям такая эстетик гел, а потом как обычно, в общем, до конца смотрите и все лайки там, подписка, поехали. Оставалось совсем немного времени до выхода, я решила накраситься и выпрямить волосы. Многие в комментариях просили тутор, как я делаю укладку, но сейчас я уже устала от малета и от такой укладки, поэтому я просто их выпрямляю, но по такой же схеме я и раньше делала укладку, просто волосы закручивала немного вверх. Доброе утро. Сегодня будет довольно интересный день. Добро пожаловать в моем влоге, молодая мамочка. Сегодня будет довольно интересный день, поэтому оставайтесь со мной и пойдемте в школу. Мне очень холодно, мне бебе. Привет! Привет! Что это? Я пошла домой, я думаю сейчас немного полежать, немного освежу свой майкап и будем уже выходить. Блин, она реально копирует блубимуху или просто хайпится на этом? Носа, таблетки от поноса. Не знаю, зачем я выпрямляла волосы сегодня утром, если по итогу я собрала пучок. Блин, вот рисовать губы или нет, я просто понимаю то, что они у меня сотрутся через некоторое время, потому что у меня, в принципе, нету помады. Мне пришло сообщение с Вайлдберриса, то, что мне пришел заказ. И я думаю, господи, помада, наконец-то ты пришла. Вот мне. Где моя помада? Вот такой супер-мега макияж сделала там, в туалете. И чё теперь? Трэш. Привет. Пойдем. Короче, мы пришли на автобус, нас увез таджик в другой город, а еще пока мы ехали, я сделала себе эдит. Короче, мы приехали, тут очень холодно. Начало в 4, ну, сходка, типа, все собираются в 4. Уже 4, а мы только до остановки идем. Мы уже подходим к месту. Я такая очень богатая мамми принесла шоколадку. Интересно, сколько там людей? Ого! Давай быстрее тогда. Побежали. Давай беги. Я ее не вижу, но все стоят здесь. Ну да, идем все обратно, почему бы нет? Куда все бегают? Я тоже так хочу. А почему меня так не встречают? Я ее не вижу. Это норм? Чего все такие большие?
ты где? А, вон она, я вижу. Она такая маленькая, она черненькая. Вот там он стоит. Вот девочка телефон держит, и вот она за ней. Я увидел. Ну дай похвастаться, что я тоже высокая. Да куда вы идете? Ты меня не теряй, пожалуйста. Я это делаю. Да вообще трэш, да. Да, кто? Это, поздоровайся. Мои дети в подвале передали привет. Хочешь, покажи? Ну, ты хочешь, ну, вот, ну, что, давай. Передай моей подруге Эли и Асель привет. Эли и Асель, огромный вам привет от меня. Мы стояли долго, потому что людей, которые хотели сфоткаться, было много, но ура, ура, мы дождались. Я вас тоже очень сильно люблю. Так, ты еще? Нет. Давай. Ты до своего YouTube-канала можешь сказать там всем привет, не знаю, подписаться. Тебя зовут? Дана. А, всем привет, подписывайтесь на Дану, у нее все обязательно получится. А можешь еще передать привет Леше Славерти? Он хотел приехать, но у него не получилось. Леша кто? Славерти. Леша Славерти, огромный тебе привет, я жаль, что не приехал. Спасибо. Не за что. Сегодня, кстати, 4 месяца канала, я только что вспомнила об этом. А тут еще пришли полицейские, чтобы тоже сфоткаться с Полиной. Здесь Шейн. Девочка, я тебя в ТикТоке смотрела. Все, когда? Лысенький. Да. Он встретил. Охренеть. Да, бля. На самом деле я не матерюсь. Просто я была на эмоциях. Надеюсь, вы простите меня. Знаю, я сейчас всем с этим мальчиком шиперет. В общем, кто ничего не понял, мы просто стояли, болтали, и к нам подошли 3 мои подписчицы и попросили сфоткаться. Я этого вообще не ожидала, мне было очень приятно. Потом я этим 2 девочкам предложила прогуляться. Как тебя зовут? Даша. А тебя? Злара. В это время Полину Тихонову забрали в полицию ЧАА-памперап. Но мы не знаем, мы пошли гулять. Мы покупаем кушать в KFC-шке. Вот такая Полина, вот такая Лёша. Поподробнее, как мы гуляли, можете посмотреть на канале Дедоедка, ссылочка будет внизу. Короче, мы кушали в Макдональдсе, и сейчас мы едем домой, вернее, мы жили в автобус. У меня уже сел телефон. Вот такая вот макдошка. Пока мы ехали, я сделала нам милые валентинки. Hey boy, pump it up. Hey girl, pump it up. Короче, это Липтон. Если вы не знали, то это Липтон. Я сейчас лохматой выгляжу, как цыганка. Да, я цыганка. День просто офигенный, вы просто не представляете. Ко мне подошло 3 человека сфоткаться. Я сфоткалась с Полиной. Еще сегодня 4 месяца моему каналу. Я считаю, сегодня просто наилучшайший день. Минус только в том, что я заболела. Было больно говорить, потому что у меня очень сильно горло болит. И мне сложно глотать даже. Не то, что говорить. А сегодня мне пришлось говорить очень много. Но в целом день просто потрясающий. Я очень рада, что я выбралась и поехала в жопу мира. Я вот посмотрела на все это, и мне типа самой захотелось устроить сходку. Но я не хочу, чтобы там приходило 500 человек. Ну, они не придут, конечно же. Во-первых, не все с Краснодара, во-вторых, не все хотят со мной встретиться вживую, наверное. Девочки, которые ко мне подходили, они просто супер милые. Я передаю им привет. Но они реально, они такие классные, я прям... Прям они такие милые. Там одна девочка, когда подходила, она прям так улыбалась. Я прям от ее улыбки очень сильно начала улыбаться. Хотя я стесняюсь своих зубов, я всегда прикрывала рукой. Все равно она такая милая, просто не могу. Я еще сегодня хотела, конечно, в Starbucks зайти и купить стакан, но мы не зашли. Не было времени, к сожалению. Я слишком занятая маме. В общем, всем пока, всех люблю. Спасибо за день, проведенный со мной, и за все добрые слова, и вообще, вы такие милые. Люблю, целую.